Stalker S92 PL. Пневматическая берета в пластиковом корпусе. Интернет-магазин «Попади в десятку». Корпус сделан из металла. Эта версия пистолета пластиковая, курка в нем нет. Целик и мушка неподвижные. Предохранитель находится на корпусе справа. Под стволом есть крепление под фонарик или лазер. Магазин сбрасывается кнопкой на рукояти. Пружинка в нем фиксируется, и стальные пульки засыпаются в отверстие. Баллон с газом вставляется под винт и закручивается шестигранником. Пневматика – охолощенное оружие. Самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине «Попади в десятку». Подписывайтесь на наш YouTube-канал и страницу ВКонтакте.